Комфортные палаты, новый кабинет для спелеотерапии, ингаляторы, кропки подачи кислороду, сучасное медобсталявание. Сегодня у туберкулезной клиничной больницы после реконструкции капромонту открылись пульмонологичные отделения. Зараз тут все предугледжено для якостного лечения пациентов и зручной работы персоналу. Марина Северьянова с подробязностями. Татьяна Шебушева – заслуженный врач Республики Беларусь. У туббольницы працует 37 годов. Пришла сюда одразу после ВНУ. Кажет, что такой прихожости тут николи не было. А зараз и новые кабинеты, и утульные палаты. Навод есть три люксовые с телевизором и микрохвалевкой. Закупили необходимое обсталевание, побач с кожным ложком установили кислородные кропки. Одним словом, медикам працовать, а пациентам лечиться тут будет нашмат легче. Усяго пульмонология различена на 130 пациентов. Мы находимся с вами в кабинете спелеотерапии, где осуществляются солевые ингаляции для наших пациентов. Это один из методов терапии пациентов с хронической обструктивной болезнью, с хроническим обструктивным заболеванием, с хроническими бронхитами. То есть маленькая миниатюра, скажем так, спелеолечебницы, которая в Солигорске, но поскольку не все могут туда попасть, это рассчитано больше для пациентов с бронхиальной астмой, то для наших пациентов мы вот устроили вот такую мини-лечебницу. Будовля, якая ведется побач с пульмонологичным корпусом, кислородная станция. В ее будут находиться 2 5-тонные емистости, а так само резервовые баллоны с кислородом. Зарабить все это примусила ситуация с распавсюджением коронавирусной инфекции. Пришлось изменить першопочатковый проект и закласти будовництво станции у кашторисную документацию. Запуск запланованы на ближайшие месяцы, а пациенты у новой пульмонологии пошли лечить уже у кастрышнику. Коллектив, конечно, очень доволен. Вы сейчас увидите эти лица и сможете посмотреть в их глаза. Первых пациентов, ну, поэтапно будет перевод всех отделений. Первоначально переедет приемное отделение вот на эти площади, диспансерное отделение, а потом поэтапно переведем все лечебные отделения, потому что, ну, нужна какая-то подготовка и, в общем-то, одномоментно это все непросто сделать. Поэтому я думаю, что к октябрю месяцу мы уже переедем полностью всем составом. Оборудование полностью поступило? Да, оборудование поступило полностью, никаких проблем нет, все введено в эксплуатацию, все функционирует. Пульмонологичный корпус был побудован 38 годов тому. За этот час тут робили только бягучий косметичный ремонт. У 2014-м будинок закрыли на реконструкцию. У 2017-м за отсутности финансования работы вымушены были припынить. Всю лето по распоряджению старшини Гомельского облаканкама Геннадия Соловья были выделены необходимые сроки на завершение реконструкции. Усяго около 2 200 000 рублей. Закуплены видеостойка современная, бронхоскоп, гастроскоп, стерилизаторы, кардиографы, баки для проявки пленки, ну и другое оборудование, которое позволит уже сегодня в современных условиях оказывать не только работать медицинскому персоналу, но и оказывать помощь пульмонологическим пациентам, которые нуждаются в том числе и в кислородном обеспечении. В рамках пандемии, которая сегодня есть, значит, как раз таки вот система кислородообеспечения, она играет одну из ключевых ролей. На чарзе будовництва корпуса больницы худкой медицинской допомоги и оснащение его аппаратами КТ, МРТ, ангиографом. Так само в перспективе узведение корпуса инфекционной больницы, который будет различен на 126 мест. Марина Северьянова, Евген Макенко, телерадо, компания «Гомель».